слышишь? Почему подснежники? Да потому что мы реально один раз только появляемся, вот. Ага, кто бы говорил, если тебе тогда магнитолу из прокурорского Мерседеса не захотелось, мы тут чаще появлялись. Опа, Паша, а ты что такой веселый? А вы не в курсе? Я же 2 миллиона долларов выиграл. Опа, гуляем. Шоу, бля. Ага, размечтались. Не, ребят, я все решил вложить все в швейцарский сыр. Подожди, может быть в швейцарский банк? Швейцарский сыр. Ну да, как крысой был, так крысой и остался. И для начала случай из жизни. Я с МТС уже 5 лет, и МТС делает мне подарок. Я с Киевстар уже 10 лет. И Киевстар делает мне подарки. А я с Машкой уже год. А следующая миниатюра, как беляш на центральном рынке. Никогда не знаешь, чем закончится. Говори, где проходит линия фронта, расположение вражеских войск, количество артиллерии, говори! Ничего я тебе не скажу! Да как ты с учителем истории разговариваешь? Пациент, которому во время операции по ошибке зашили скальпель, должен появляться в больнице каждое воскресенье. На инвентаризацию! Мальчик, воспитанный ксероксом, размножается всего за 30 копеек. А теперь представьте, миниатюра «Очень застенчивый спасатель». Невероятно, но факт. В Гагаринском парке открылся новый памятник оглядывающемуся писающему мальчику. Вот, здравствуйте, я представитель компании «Арифлэм», у нас тут... И специально для вас у нас новый салфи... А, еще набор ножей очень хороший. Спасибо. Здравствуйте, компания «Арифлэм», у нас для вас замечательные подарки есть. Как вам, нет? А, я у вас уже был, да? Компания «Арифлэм», подождите секундочку! Здравый смысл подсказывает нам не показывать следующую миниатюру. Но коньяк, выпитый перед выступлением, заставляет игнорировать здравый смысл. Представьте, экзамен в пищевом техникуме. Так, студентики, ну что вы там подготовили нам? Котлетка! Очень интересно. Ну, троечка, свободен. О, Селимшаев. А у вас что за блюдо? Ну это бульон, дом фуа-гра, попарли пахлистон под соусом жигуа-берже. Короче. Не вина. Вот так, значит, сходу заявка на пятерку, да? Ну давайте попробуем. Ну это твердая пять. Четыре. Три. Два. У меня еще компотик есть. Контрольный. А все-таки хорошо у нас фаграмма. Вот так выйдешь на улицу, возьмешь с собой 50 гривен, купишь себе поесть, попить, да еще и для девчонок остается. Не то что в Симферополе. Возьмешь 50 гривен, выйдешь в центр, поешь, попьешь, а на девчонок не остается.
Вот так и ходят у вас пацаны по городу, сытые, но голодные.